Новое обсталявание для больш якасной допомоги пациентам. Сёлета у Могилёвской областной дитячей больницы з'явилось новое обсталявание для проведения складанных операций у сферы хирургии и эндоскопии. Основные гроши идут с державного бюджета, але никто не отмовляется и от допомоги доброчинников. Днями, дякуючи домовленности Белорусского дитячего фонда, тут отримали грошовую подтримку на набытие необходимого обсталявания у отделения интенсивной терапии и реанимации. Профессор доктор Вайлер из Германии приехал у Могилевскую дитячую больницу, как особисто убачить, что конкретно потребно в отделениях. В этот визит у Беларусь не первый. Немецкая организация оказывала допомогу семьям с Минску. Теперь домову об супрацовництве с доброчинной организацией подписала областное отделение Белорусского дитячего фонда. Мы очень надеемся, что вот это событие, передача медицинского оборудования областной детской больницы, это только первый шаг нашего сотрудничества. Мы очень благодарны всем, кто помог осуществить и будет помогать нам в дальнейшем. У отделения интенсивной терапии и реанимации не бывает меньше 18 детей. Практично постоянно оно работает с высокой нагрузкой. Обсталеванием целком обеспечено. Немецкая организация допомогла с мониторами. Моя маленькая организация «Люди в беде» звернулась до больш буйной организации «Сердце детям» с просьбой допомогчи с мониторами для вашей больницы, и они подтримали эту идею, как допомогчи. Мое самое лепшее пожелание в вашей установе, где я побывал, и я вельми уражены и врачам, и ведомо пациентам. Новый гемодинамичный монитор у лечения маленького пациента – вельми важная частка работы врачов, и он помогает своечасово зауважить изменения у стане дитяти. Уровень артериального давления, уровень насыщения крови кислородом, частота дыхания, насыщение газа в крови, температура тела ребенка и тому подобное. Дело в том, что мониторы позволяют ежесекундно отслеживать эти изменения в организме. Если что-то происходит не так, все системы мониторные способны громко подавать сигналы тревоги, позволяет своевременно и быстро оказать медицинскую помощь, либо что-то скорректировать. Отделение различено на 20 месяцев, и каждая повинна быть укомплектована таким монитором, как своечасово допомогчи. Покуль их 16. Кристина Кранкевич, Виталь Вопсю, Новина Регион.